В Ульяновской области подвели итоги исследования индустрии гостеприимства. В течение всего года в Ульяновске проводились исследования объектов общественного питания, гостиниц и службы заказа такси. Результаты были составлены специальный рейтинг гостеприимства. Топ-рейтинга опубликовали в день старта чемпионата мира в России. Мы договорились с коллегами и исследовали три направления, как мы уже сказали. Это транспортная составляющая, связанная, ну, прежде всего со сферой легкового такси. Это общественное питание. Это не надо объяснять, почему это важно любому туристу, любому гостю, будь то деловой бизнес-турист, либо, соответственно, приехавший наслаждаться культурными и природными ландшафтами Ульяновской области. Идеей данного исследования стало выявление основных недостатков предприятий индустрии гостеприимства. Оно проходило в три этапа. К примеру, у гостиниц и отелей оценивались наличие сайта на русском и английском языках, знание персонала иностранных языков, Wi-Fi, возможность оплаты картой, наличие парковки, частота фойе и многое другое. Всего проверили 240 заведений. Объекты, занявшие первые места, получат статус партнер правительства Ульяновской области в индустрии гостеприимства. Мы оценивали, не исходя из звездности гостиницы, да, и, возможно, некоторым непонятно, как можно турбазу оценивать с пятизвездочным отелем. А мы подходили с точки зрения потребителя, то есть оценка была потребительской. Если турист платит, ну, условно, 7 тысяч рублей за пятизвездочный отель, то и ожидания, наверное, у этого потребителя на 7 тысяч рублей. Лидером в составленном топе стал бар-ресторан «Гонза». Готов ли персонал к встрече с туристами, нам рассказал директор заведения. Традиционно наш ресторан выбирает множество иностранных гостей, этому способствует и городская инфраструктура с множеством гостиниц вокруг нас, мы располагаемся в центре. Говорит о том, что мы как-то активно готовимся к этому, я бы сейчас не стал, потому что мы всегда готовы, мы рады иностранным гостям, и статистика посещений говорит о том, что в этот раз, я думаю, что гостей будет точно не меньше, чем предыдущие спортивные события, которые были в Ульяновске. По словам специалистов, по наметившейся в последнее время тенденции, туристы чаще всего выбирают комплексные услуги, когда в одном месте можно получить информацию о том, где поесть, что посмотреть, как добраться на транспорте до определенного места. Подобное исследование планируется проводиться ежегодно, а его итоги объявлять в начале летнего сезона. Это позволит сравнивать оказываемые услуги на протяжении многих лет, повышать уровень качества заведений, отелей и такси. Лилия Шакирова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».